Всем добрый день. Хочу вам показать, как мы отремонтировали инкубатор выводной нормы ПК-2. Он у нас сразу новый был, можно сказать, неисправен. Он не держал температуру. Муж поменял два комплекта нагревательных элементов. Резистор, кажется, называется. Ничего не помогло. Он так и не держал температуру. Где-то в районе 24 градусов она держалась, и все, не повышалась. Он съездил в офис в мини-фермер. Ему подобрали вот такую вот конструкцию. Вид, конечно, не очень, скажем так. Но сейчас мне самое главное, чтобы это все работало. Сами подобрали мы вот здесь вот, вот эту вот температуру. Нижнее значение мы выставили 34,5, 34,5. И он будет сейчас вот работать до температуры 36,5. Будет нагреваться. И по гигрометрам будет температура. Вот здесь вот один лежит в начале, другой лежит там вот в конце, туда поближе к той стенке. Здесь будет примерно 38,2, 38,3. А у дальней стенки, вот по этому гигрометру, где-то будет 37,8. По влажности, значит, пересмотрела заново все видео. У Лены Укоптевой с этим инкубатором были проблемы. Все ее видео пересмотрела заново. По влажности тоже пересмотрела, как вот по плавками можно отрегулировать влажность. Ира, спасибо тебе огромное. Вовремя пришло твое сообщение в Одноклассниках. Иначе я бы еще полночи здесь влажность регулировала. Как вот ты сказала, я так и сделала. Даже не стала больше ничего тут изобретать. Перед этим мне хватило, что я тут полчаса посидела с этими ванночками. Ничего не помогало. Влажность я вот сейчас выставила между 50 и 60. Чуть поближе к 60 вот это вот значение выставлено. И вот он примерно держит, ну, почти одинаковая у него получается влажность, скажем так. Ну, в принципе, нормально. Здесь я заложила яйцо утиное, от которого у меня отказались. Мне его срочно пришлось куда-то девать. Будем крутить вручную. Я, правда, хотела сюда из другого инкубатора тоже уже переложить яйцо. Ну вот он выключился, 36,5. Ну вот здесь вот 38,6, на другом вот 38,1. Даже чуть побольше. Первый датчик у меня лежит на яйце, а другой лежит, который дальний, на металлической решетке. Ну вот, надеюсь, кому-то моя информация пригодится, что вот касается температурного режима, потому что информации много в интернете, а от некоторой толку никакого нету. Так и проживем друг друга, помогая. Все, всем спасибо за просмотр. Всем удачи в инкубации в этом сезоне.